Начало года в Национальной баскетбольной лиге Казахстана сложилось непростым в связи с переносом матча. Всего в январе состоялось две серии игр, и обе прошли в столице. Несмотря на это, мы представляем вашему вниманию топ-10 январских хайлайтов. Начинаем наш хит-парад с прохода американского защитника Барсов от РАУ Донте Ламонта Магила в первом матче против Астаны. Оборона желто-бирюзовых точно не была готова к такому выпаду. Игроки Тобола также не раз доказали, что им по силам подобрать ключи к защите действующих чемпионов. Плеймейкер кустанайцев Вадим Коржов не растерялся, нашел лазейку и добыл для своей команды 2 очка. Новичок Астаны Марк Тихоненко с начала сезона не покидает топ-рейтинга снайперов национальной лиги, а его хладнокровию можно только позавидовать. Очередной дальний трюльник в исполнении Марка на 8-й строчке нашего рейтинга. А на 7-м месте еще одна дерзкая и, главное, результативная вылазка под кольцо столичных в исполнении атырауских барсов. На этот раз Джордан Уатсон не постеснялся, раскачал строй Астаны и положил мяч в корзину. В работе снайпера важную роль играет подготовка. Наглядно это продемонстрировали лидеры Тобола Антон Быков и Павел Ильин. Грамотный заслон от Антона, и уже ничего не мешает Павлу вести прицельный огонь по кольцу Астаны. По праву главным поставщиком хайлайтов в январе стал разыгрывающий Астаны Энтони Хики. Его перехват и данк в быстром отрыве на 5-м месте. Не единственный, к слову, в нашем хит-параде яркие моменты с его участием. Пожалуй, лучшим моментом в личном зачете Тобола в январе стала эта успешно реализованная комбинация. Стремительная серия передач Ильин на Симбаева, Симбаев на Быкова и мяч в корзине. У защитников Астаны просто не было шансов. Капитан Барсов от РАУ Рустам Утиген уже завсегдатай хит-парада лучших моментов месяца. И на этот раз он открывает тройку лидеров благодаря своему перехвату и ассисту в быстром отрыве на Джордана Уатсона. И снова в прицеле камер Энтони Хики, а вместе с ними Николай Бажин. На этот раз в роли ассистента Энтони по праву отмечен первым и вторым местом нашей подборки. Для начала оцените его точный навес на Николая. Второй месяц подряд автором лучшего хайлайта становится защитник Астаны Максим Марчук и его очередной алей-уп, организованный лучшим ассистентом месяца Энтони Хики. Это уже реальная заявка на лидерство в топе моментов сезона. На этом у нас все. Пишите в комментариях, какой момент понравился вам больше всего. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить трансляции и новые хайлайты матчей. До встречи в следующем выпуске, который будет посвящен лучшим моментам Кубка Казахстана.